Сегодня 18 июня 2023 года. Это сорт шелковицы «Белое перо королевского голубя». Уже начало активное созревание на это время. Плоды очень крупные, до 5 сантиметров. Урожайность высокая. Вкусовые качества высокие. В основном присутствует сладость в плодах. Сейчас снимем несколько плодиков. В верхней части кроны более крупные плоды. Плоды чисто белые. Сорт очень достойный для любительского садоводства. При созревании плоды долго не висят, осыпаются. Вот такой сорт «Белое перо» королевского голубя. Еще есть сорт «Белая лебедь». Вот внутри кроны можно посмотреть. Зеленые плоды такие бывают в интересной форме. Какие-то бесформенные. Но в основном плоды такие вот до 5 сантиметров. Довольно крупные. Призубилая сладость. Созревают они не одновременно. По мере созревания часть плодов может осыпаться. Для приусадебного сада это очень хорошо. Не все сразу созревают. Сейчас достанем самые крупные, посмотрим. О, память. Сорт шелковицы «Белое перо королевского голубя».